что больше 200-250 лет жемчуг не живет. Но продлить его жизнь можно. После того, как женщина одевает жемчуг и в основном уже носит на голом теле, надо обязательно его обезжиривать. Промыть небольшим количеством мыльной воды, обтереть насухо и хранить в закрытой коробочке на влажной тряпочке, по которой по углам можно капнуть какое-нибудь эфирное масло. Однажды мне принесли тусклый жемчуг, сказали, что он очень старый, что от бабушки, прабабушки там какой-то достался. И я вспомнила, что тусклый жемчуг можно вернуть ему этот блеск, если положить его на несколько дней в молоко. И вот это молоко возвращает блеск. Можно просто протереть даже зубной пастой некоторые жемчужинки, которые, но не тереть, потому что он рассыпется. Следующий. Спасибо. Жемчуг, он такой материал, он со всеми другими камнями очень хорошо смотрится. Любой камень жемчуг улучшает, и любой камень жемчуг выделяет на его же фоне. Спасибо.